Так-так. Тебя интересует обучение акробатике. Тебя будет непросто обучить. Я Ида Влинорман. Займемся обучением. Это просто спорт. Подъем по стене часовни. Страже это не нравится. Но совсем не обязательно взбираться на часовню, когда рядом находится стража. И тебе всего наилучшего. Еще одна монетка, и я смогу купить пару туфель. Я могу помочь. У графа Имбельского есть дом на Талос-Плаза у внутренней стены. Он довольно странный, замкнутый. Выходит наружу только с наступлением темноты. Настоящий полуношник. Да пребудет с тобой благословение Ану. Да. Доводилось слышать о рыцаре, ищущем ее. Я слушаю тебя, гражданин. Каждому нужен экземпляр вороного курьера. Вот, держи экземпляр вороного курьера. У имперской стражи новый капитан. Приветствую. Наш брат вернулся. Возвращай. Пусть солнечный свет всегда озаряет. Твой путь. Наш брат вернулся. Возвращайся ко мне, когда убьешь очередного вампира. Пусть солнечный свет всегда озаряет твой путь. Приветствую.
Берите вороной курьер. Прямо здесь. Приветствую. Добрый день. Не думаю, что мы с тобой знакомы. И мне не нужны новые друзья, спасибо. Капитан Лекс обвиняет Серого Лиса в краже собранных налогов. Он хотел объявить награду за голову Серого Лиса, но командующий легиона отказал ему. И тебе всего наилучшего. Приветствую. Джолринг, дворецкий, я служу хозяину Умбакана уже много лет. Мой хозяин Умбакана известен во всем Сирадиле как коллекционер айлейдских древностей. Его чрезвычайно интересуют редкие артефакты той эпохи. А почему ты спрашиваешь? У тебя есть что-то интересное для моего хозяина? Действительно! Могу я взглянуть на него? Мой хозяин доверяет мне решать, что показывать ему, а что нет. Удачного тебе дня! Самуэль Бантьен когда-то мог вскрыть любой замок в городе. Правда, сейчас он этим уже не занимается. И тебе всего наилучшего. Продолжай, пожалуйста. До свидания. Тебя пахнет смертью. Часто вызываешь нежить. Приветствую. Тебе когда-нибудь доводилось делать покупки в дешевых заклинаниях Эдгара? Уцененные заклинания. Я скорее куплю слегка поношенный щит. Да. Я понимаю, что деньги никогда не бывают лишними, но покупка уцененных заклинаний не самая лучшая идея. Мне кажется, что за некоторые вещи стоит платить полную цену. Да, так говорят. До свидания. Могу я помочь тебе? Говорят, что Кинарет пожаловала кому-то сапоги крестоносца. Не могу представить, через что ему пришлось пройти, чтобы заполучить их. Да здравствует империя! Салют!
С возвращением, друг. Вот твоя картина. Когда ты поместишь ее в своем доме и будешь любоваться ей, вспоминай обо мне и моей благодарности. До следующей встречи, друг мой. Привет. Али всегда был широкий выбор оружия. Thank you.
Вор! Помогите! Я вижу, ты тоже последователь Серого Лиса. Что такое, гражданин? Что тебе угодно? Я сделаю все, что попросишь. Возьми все, только пощади меня. Это фамильный склеп под домом. Мне не по себе от одного воспоминания о нем. У меня есть ключ. Возьми его, только пощади меня. Я...
Тупица! Я... Я прошу всего лишь одну монету. Слушаю. Точно, меч. Наконец-то возвращен в замок спустя столько лет. Это определенно хорошее. Надеюсь, я смогу помочь. У меня есть еще одно поручение для тебя, почти неофициальное. Ты отправишься на задание с Веранусом Донтоном. Да, это сын главы гильдии. Тебе следует сопровождать его и помочь ему добиться успеха. Реальные дела дадут ему возможность поверить в себя, иначе ему не стать хорошим воином. Велена слишком балует этого парня, не хочет подставлять его под удар. Впрочем, это неудивительно после того, что случилось с Вителусом. Старший сын Велены. Хороший человек. Недавно мы потеряли его. Операция была плохо проработана. Тебе, наверное, попадали здесь и другие раненые. Если у тебя есть голова на плечах, лучше избегать этой темы в разговорах с мастером гильдии. Возможно, мы с тобой еще обсудим этот вопрос позже. Его мать не дает ему участвовать в операциях, защищает его. Тебе нужно пойти с ним в пещеру Нонвилл.
Пропал Галтус Превия, и вы должны найти его. И ни слова мастеру гильдии. Иди и найди Верануса. Скорее всего, он в доме Донтонов. Приведи Верануса назад, живого и здорового. Мы получили контракт от его тетки. Он был в Нонвилле, искал какие-то драгоценности. Больше о нем ничего не слышали. Вам с Веранусом нужно найти его. Не трать попусту время. Приветствую, товарищ по гильдии. Что я могу сделать для тебя? Задание? Конечно. Я уверен, что мы сможем выполнить его. Говоришь, его дал Орейн? Ну что ж, наверное, я должен сначала поговорить с матерью. Но она ведь мастер гильдии. Конечно, она... Нет, я понял. Приказ исходит от Орейна. Его нужно выполнять. Мы должны немедленно отправляться в путь. Извини, просто у меня почти не было контрактов с тех пор, как мой брат... После того происшествия. Пошли. Я с тобой.
с возвращением. Есть новости о Галтусе Превиа? Мертв? Проклятие! Кто убил его? Дай-ка посмотрю. Интересно. Эти символы знакомы мне. С этим нужно разобраться. Пока все. Хорошая работа, кстати. Тебе удалось вернуть Верануса домой живого и здорового. Я заплачу ему за этот контракт. А это для тебя. Мне нужно опять найти Маглира. Мерзавец. Точно. Это тот мерзавец, что провалил еще одно задание. Тебе снова придется нянчиться с ним. Хотел бы я знать, что произошло. У него был контракт с магом из Бравила. Не думаю, чтобы это задание было таким уж сложным. Он так и не дошел до клиента. Отправляйся в Бравил и найди Маглира. Проследи, чтобы его контракт был выполнен, и пришли его ко мне. Хватит пялиться на меня. Делами надо заниматься.